Разбор 55 серии скибидистов, но сначала поставьте лайк и подпишитесь на канал, а мы поехали. Вначале мы видим камераменов с огромной бронированной пушкой, которая предназначена для зараженного титана спикермена. Потом на нас начинают нападать скибидисты, и мы в них стреляем пушками, из-за которых они падают и взрываются от падения с высоты. Вдруг вылетает ванна-скибидист с ракетами, в помощь приходит титан-камерамен и стреляет по ним. Титан-камерамен бросил их об здание, и они взрываются, кроме титана-камерамена. Мы видим, что скибидист телепортировался к вертолетам, чтобы уничтожить их. Титан-камерамен улетает, чтобы помешать, и создает темный туман, за которым что-то скрывается. Мы понимаем, что это новое оружие скибидистов, и начинаем стрелять. Потом он выливает из себя какое-то вещество, из-за которого наш бронированный лазер растворяется в нем. И погибло два камерамена. Выскакивает титан-камерамен и дает леща скибидисту, но загорается пушка на руке титана. И он кидает это в сгусток лазера и отчаянно смотрит на нас, дав понять, что все коту под хвост.